там хоть на волне было, да? Открывает спартакиаду наша школа, потому что в прошлом году наша школа заняла первое место. В разных цветах идут другие школы. Всего получается 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 школ, по-моему, да, Зайка? It's my life. И сегодня, как вы уже поняли, мы на каком-то спортивном мероприятии. Ну, вы поняли, что на каком-то, а мы вам скажем, что мы находимся на ежегодной спартакиаде, которая проводится нашим школьным дистриктом среди начальных школ. И как мы посчитали, 12 школ будет участвовать. С 3 по 5 класс. Да. Маленькие не участвуют. Наша школа открывала парад, потому что мы в прошлом году заняли первое место. Ну и сейчас будем потихонечку, понемножечку снимать наша какие-то... Наша дочь участвует в соревнованиях. Да, она бежала эстафету. Второй год. А, ну сейчас участвует, а тогда, я говорю, бежала эстафету. Ну, немножечко поснимаем, что дети будут делать, вы посмотрите. А мы поболеем.
это я уже за ним смотрю. Все это мероприятие проводится в этом году на базе старшей школы, которая называется как South High School. Короче, Южная старшая школа. Она находится на юге нашего города. Вот, проходит на стадионе этой школы. Школа это называется Спартанс. Вот ее название. А логотип, к сожалению, на другой стороне не могу вам показать. А в прошлом году спартакиада проводилась на базе колледжа, в котором учится Маришка, на стадионе. Тот стадион, наверное, такой же или больше он был? Я думаю, такой же. Вот я сейчас тоже смотрела и думала, он... создается впечатление, что он больше. Там, наверное, больше трибун. Ну, трибун там однозначно больше. Но я не думаю, что сам именно стадион больше. Ну, место это где. Мне, кстати, нравится, как сделаны трибуны. Вот если вы видите сзади, получается, это то, на чем мы сидим. Из дюраль алюминия такая... Лестница, на ней лавки. В общем, очень удобно. Это первый забег. Наша школа лидирует, что приятно. А дети все перебегают, чтобы приветствовать. Нормально, нормально идет. Конечно, это девочка в красной майке. Энза! 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 Но, к сожалению, наша школа отстала. Я уже вообще не могу. Или это остановились те, которые первыми убежали, я что-то не пойму. Во втором забеге наши взяли точно первое место. Вообще молодец! Энза! 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 А мы дальше побежали? Они будут бегать. Она, видимо, просто так побежала. А? Она просто так побежала. Зачем она дальше побежала? Я не понял. На второй круг что ли? Ну, сейчас будут объявлять. Нет, это она останавливалась. Howard Wood Elementary School. In second place, Edison Elementary School. Congratulations to our first place winner, Anza Elementary School! Первое промежуточное, ну, одно из первых промежуточных мест. Сашка устал и превращается в трансформер. Second place, Edison Elementary. Добежала. Отбежала я с вон той стороны стадиона, потому что Катарина будет бросать. Катарина будет бросать ядро.
Мы стоим в самом конце, вот там стадион. Катаринка перед соревнованием практикует. Катарина! Катарина не видит меня. Так, нашу дочь привели на тренировочную какую-то разминку, а сейчас, по-моему, делают шестые классы, что ли? Я не уверена. Нет, шестых не может быть, значит, пятый. Она, ну, там я, наверное, пойду. О, ты молодец! Вау! Соревнования подходят к концу. Со слезами на глазах. Все офигенно устали, даже зрители, дети устали. Соревнования были очень продолжительные, очень веселые. Если бы мы все записали, у нас бы пленки не хватило. 4 часа. 4 часа, подожди. Да? 4 часа. Почти. 3. Зай, 4. 3,5. В 3:15 уже парад начал. Ну, а сейчас 6. 3,5. 3,5. 3,5 часа. И сейчас будет объявлено награждение, вернее, ну, объявлен победитель будет. Кто занял первое, второе, третье место? Наш спортсмен на последнем кругу потерял кроссовки и вернулся, чтобы ходить. Ну, не наш, мальчик с нашей школы. В общем, было много разных. Было много разных курьезов. Дети и падали, оступались, так обидно было. Ну, это получается, один наш мальчик упал, а второй кроссовки потерял. Да падал не только наш, падали многие. Ну, настроение у всех праздничное. Все довольные, все счастливые, вот все выстроились, чтобы дождаться поздравления. Ну, не очень мало, но некоторые ушли, может, кому-то надо куда-то работать, по делам. В общем, у всех подъем, все кричат, все голосуют. Да, я тоже голос сорвал. На улице стало прохладно. Наши что-то кричат. Ну, понятно, что они говорят. Ты чего они кричат? Сами себя разбадривают. В общем, ждем награждения. First of all, parents, thank you so much for being here. And thank you for those of you that stayed in the stands. And we're very respectful. We appreciate you. And also, teams, thank you guys for sticking it out and staying as long. I know it's been cold. But thank you for being here. You guys are all awesome. So we're going to start with our third, second, and first place overall winners. Okay, so third place, Arnold. Can I have a representative come up, please? Thank you. And stand right here. Stand right here. Good job. Stand right up there on third place. Second place, Riviera. Can we have a representative? Stand right there. And our first place winner is Hickory. В нашем году, вернее, в этом году, подкачал, наверное, тренерский состав у нас. Да, он не подкачал. Он... Я что, сейчас вслух это скажу про соревнования? Ну, ничего. Главное участие в Олимпийских играх, правильно? Может быть, посмотри в следующем на этих году огорченных будет детей. На этом мы заканчиваем. На этом мы заканчиваем наш репортаж. Всем okay, congratulations. Увидимся в новом видео. Возвращаемся после соревнования. Саша, как дела? Ну, мне все скучно. Скучно было тебе, мой зайц. А вы, Вася, месяц, чтобы я фигур.
хорошее дитя.